Военная автомобильная техника – составная часть практически всех подвижных комплексов вооружения. Не случайно водитель – одна из самых массовых специальностей в армии. Сегодня в привычном для нас понимании шоферы и механики не только управляют и ремонтируют, но и осваивают навыки конструкторской и инженерной профессии. Осуществляется капитальный ремонт всей автомобильной техники, находящейся на вооружении вооруженных сил, как колесной, так и гусеничной. Произведено переоборудование мастерских в автобусы. Также изготовлена машина технической помощи и санитарный автомобиль на базе ГАЗ-66. Ежегодно в войска поступают новые образцы автомобилей, предназначенные для выполнения специальных задач – транспортировки личного состава, оборудования, техники и грузов. В войсках говорят – новинкам отечественного автопрома дороги не нужны. Достаточно направлений. Проводятся мероприятия по замене старых образцов автомобильной техники на новые образцы современного отечественного производителя. Тем самым повышается уровень проведения технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. В связи с этим повышается боевая готовность. Особая статья – хранение. Технику необходимо не только содержать в надлежащем виде, но и выполнять все предписанные регламенты, чтобы в нужный момент готовность была стопроцентной. Техника законсервирована, колеса разгружены. То есть в любой момент данная техника может быть привезена в свое рабочее состояние и быть готова к применению по назначению. За высокой готовностью автомобильных подразделений, налаженной системой технического обслуживания, труд тысяч автомобилистов и одно общее дело – обеспечение функционирования масштабного, в том числе с точки зрения транспортной логистики организма – армии. Максим Слиш, Юрий Величенко, телекомпания ВНТВ, специально для программы «Наше утро».